друзья! От всей души поздравляю вас с лучшим праздником в мире! Сейчас все говорят о переносе Дня физика. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2019 году День физика перенесли 1275 человек. Большинство из них утром поправились, причем 80% поправлялись пивом. Но вот в этом году приходится думать о безопасности. И поэтому команда «Профи» предлагает ряд профилактических мер. Первое. С сегодняшнего дня, вплоть до особого распоряжения, физический факультет закрывает красную границу фотоэффекта. Второе. Незамедлительно следует провести полную самоизоляцию всех оголенных концов, проводников, полупроводников и, на всякий случай, диэлектриков. Третье. Сократить до минимума количество контактов, диодов, транзисторов, реле и интегральных микросхем. В этот день мы привыкли собираться на физфаке. Ведь физический факультет – наш родной дом. Вот и сегодня я призываю всех провести этот праздничный вечер дома, в обществе старых хороших друзей – Фихтенгольца и Демидовича, Ландау и Лившица. И, конечно же, пусть в каждом доме найдется хороший Сивухин. Еще раз с праздником! Учите физику, друзья! А теперь маленький подарок от профессионалов. Thank you.
мужчины и в стране любой. Щедрость вам не скажет до свидания, профи не прощаются с тобой. Щедрость вам не скажет до свидания, профи не прощаются.